И я хочу пригласить на сцену Тимура Люкманова, директора АО «Дом РФ», и Николая Саракваша, руководителя направления продвижения и предоставления земельных участков. Ваши аплодисменты. Здесь микрофон, кликер. Добрый день, уважаемые участники семинара. Я расскажу вам про одно из ключевых направлений деятельности компании «Дом РФ». Это реализация федерального имущества. Как вы знаете, компания «Дом РФ» является агентом Российской Федерации и реализует имущество федеральное, которое не используется по назначению, либо, скажем так, не используется вообще. К типам такого имущества мы относим земельные участки, помещения и имущественные комплексы. Нужно отметить, что с 2020 года мы полностью перешли на такую форму аукционов, как электронные торги. Ушли от многим известной формы молоточных аукционов. В связи с этим там определили ту площадку, на которой мы эти торги проводим. Это крупная независимая площадка Сбербанк АСТ. Для использования этой площадки и для, скажем так, участия в торгах участникам необходимо там совершить ряд простых действий. Это, собственно, там получить электронно-цифровую подпись, при этом там она у многих уже есть, как мы видим, зарегистрироваться на самой площадке и через личный кабинет подать заявку на участие и подать задаток. Ну и, собственно, там в день проведения торгов принять участие в торгах. Если говорить про подготовку к торгам, то на этапе подготовки мы проводим полную юридическую проверку документов по всем лотам. Проводим независимую оценку, причем оценка это не наша, а проводится именно независимым оценщиком. После чего информация размещается на электронной площадке. Всю информацию по планируемым аукционам и аукционам, которые состоялись, вы можете найти на нашем сайте dom.rf. Если говорить про портфель «Дом РФ», то он сейчас включает достаточно большое количество там, участков, помещений, имущественных комплексов. Более подробно по лотам, которые мы планируем реализовывать в рамках 2020 года, расскажет мой коллега Николай. Я бы хотел его поприветствовать и пригласить сюда.